заходит. Да и все, и как лохов реально размотали. Хотя почему, как они и есть лохи? Почти в инстаграм. И все, да, пока нам пиздячек не наставляли. Ну ты еще кто придет, там уже шкафанет лоб и все. Ты все-таки взял этого ДК? Ну он говорит, все знает, все забил, в гильдию ступит. Псов перенесет, купит ДК там всяких. Так, ну что я могу сказать? Че, один рейд что ли? Это хуево. А, не один. А че, все зависли? Что-то у меня как бы сон какой-то. Алло. Чё, тебя слышно? Ну, выкинул. Короче, друид, который второй там... Пускай лапу обновляется ещё. Друид, который чего? Лапу давай порейду. Я дал, потом будешь обновлять. Бля, чё за лаги-то? Так, ну и паладин там, по сути, чё, каски, да? Каски есть. Ну погнали. Правда, не совсем уверен, что я выхилить смогу, но... А чё это? Да тут сложно-то. Да ну. У нас мелихаст есть от ДК? Да, есть. Отлично. Ну, паладин у нас один, да? Когда это нас останавливало? Зато лока 2, да. Радует. Ну это ужас. Ну как мы будем нас снести?
Чё так сильно лагает? Просто смысл может быть и нет, когда и вешать. Раз так лагает. Не знаю, может пойдет. Ты пропадаешь. 500 задержка. Релом ком прибутни. Ну, такое, короче. Думаю, падаем. Может комп прибутнешь все-таки? Да нахуя? Может поможет. Что, Геро как сядет? Вот, кстати, на этом боссе особенно сложно хилить, потому что ничего не надо делать, и это реально сложно. С ним вообще коняшка это падает или нет? Я не видел.
Это что такое? Ты больше ДПС отдал, чем этот ДК. Не моту дают. Агония, но она по тебе просто тикает и все. Я почему-то тебя хилить не могу. Упал в текстуры. Пока.
Бегите ко входу. Слышишь, беги ко входу, напишите в чат, если успеешь. Сейчас я сдохну и прибегу с входа. Чтобы они вас не убили. О, а я красный. Я ничем не помогу. Придется это. Маг. Сейчас мага. Или тут починка где-то есть? Есть. Есть? Где починка? Забыл, что тут починка есть. Все, погнали. Кто-то там говорил, что тут хилит, да? Ну вот, когда такое веселье происходит, тут есть что хилить. Ну, я так понимаю, ты еще пол инста прибежал. Залей, господин. Ничем не могу помочь, у меня тупо маны нет. А чё Инов-то не дал? Сова. Может, Сова был. А, я тебя понял. Ну, ничем не могу помочь тогда.
что, Геру не давать? Ты как хочешь. Все равно отка дышится. Стой. Ну пей пока что-то, пока можно. Я почему-то хилить не могу. Типа текстуры или что за бред. Меня мобы забили. Ты в огне, наверное, стоишь. Вот они рыгают, но нельзя в них стоять. Ну так смотри, я стою на ступеньках, я не могу вас похилить, потому что у меня типа он вас не видит. И при этом я не могу подняться вверх, потому что тут огонь. Агри, я боюсь. На меня моб согрелся. Чё это как грохло? Но мне не мото.
с маной херня какая-то в последнее время. Хосты, видимо, перебрали. Господин, заливаю зарение. По КД. Да крита надо больше собирать. Еще ботинки херовые. Вот это надо. Что именно надо было? Вот это шея. На звездочку? Угу. Спасибо. Мастерство собираем. Перчатки? Не.
Ну, один наши вроде могут это диспелить. Там Согрели. Много согрели. Блин. Кто-то хочет репу покачать. Мне кажется, это лоб. Иннер, если будет лично. Ребаф дайте по шаману. Вот это скоростное. Ты всегда так танкуешь. Еще бы приста бы одного, двух шипешников, вообще бы нормально было, чтобы не разобивали это. Вместо тупого ДК до одного приста бы хватило. Хотя бы 3К дает нормально. Я бы в Элеме больше дал. У нас как бы вон там ДДшеры есть, чтобы убить. Хватает, в принципе. Ну тут лучше на погибель поставить. Сейчас погибель вонем. И все, и ливаем. Сейчас этот выйдет, да? Ой, сейчас мы долго будем. Чё долго? Ну, сейчас же их надо довести до 1 хп и потом слить. Ну, их вместе надо там, в течение 5 секунд будет. На Геру всё-таки лучше дам. Ну вы
Он не успеет. Нет, успели. Запускайте. Чё у тебя там агрор вот? Да агрор вот у тебя. Не знаю. В танков состань. Танковать хотят. Не, видимо, агро в ротации. Бэра нету, дернули его парни. Да, Бэра. Так он ты гнумите одно. Ой, господи. Он, наверное, не хотел же. Курить, наверное, ушел.
Не успел. Где рога? А, они рогу, Господь. Что тут делов-то осталось на полчаса? Будь здоров.
Нуб какой-то с меткой, да? Ему, видимо, нравится, что ты к нему, господин, обращаешься. Он поэтому оставляет. Ну, у кого там? Кто сидит носом в шмобе? Это где Войт? По карте посмотри. Можете дальше там стоять. Куда вы загрели еще аутиста? Я встану, падайте. Вы встали у моба, который не бьется, по нему летит мимо, и стоите. И хуй знает, что вы там увидели. Подожди, надо было туда дальше пройти или что? Ну нет, надо было на звезду посмотреть, куда танк пошел. И пойти туда. Я даже не видел, куда ты исчез там. Так конечно, у моба хп не уменьшается, надо у него постоять, да. Я вообще хил. Берни его. Пусть все стоят. Хуй знает, что они стоят.
Ебать, нихуя, додумались два лока шкаф поставить. Охуеть. Да, фаст так и жду. Я не знаю, что вы стоите. Я пробегаю мимо, вы стоите на месте, как вкопанные. Да такой дико уебало. А меня моб бьет. Ну, относительно, но все же. Как косты сбивать-то начали, как просто стало, да? Да. Я ОЕ сразу перестала. Какая магия. Вообще чудеса, уличная магия. Вот только по приглашению.
как бы надо убить искру там. Да не, с ней неплохо. Вам прилив сил начнет тогда делать дальше. Да, я знаю. Там, в принципе, не надо, что прям. Да пофигу. Там все равно до следующего босса идти минимум минут 10. Кому этот весь трэш зачистил. ДПС маловато. Перчатки классные. Себе заберу. Что, пока под герой, может, зальем мобов? Да уже все. Ну это в смысле, это нечестно. Советую закинуть Нинар по возможности. Кто перчатки свалил? Не знаю. Да, не агрит вообще. Дичь какая-то. Еще кому-то квест надо или что? Мне еще было слышно? Нет. Я завис. Пошел ХПС. Может треснете? А куда они? Может треснешь? Спасибо. Чё? Все. Да кто? А ты куда? Где ты?
Че вы там внизу стали? Я ману пил. А, так иди сюда. Тиннеры есть. Целых два. На меня тут вчера в зуломане выпендривались, типа чё по мане так садишься. Начали тыкать по поводу того, что вот у них в джоках все шаманы не садятся по мане. Меня немного кефнул, конечно. Один даже стан в череп. Ладно, можно и не давать. Ну, такое. Сейчас я резну мага. А нет, не резну я мага. Маг, встань, проще тебя присумонить. Да сейчас будет кончиться. Перед тем, как он кончится, мне надо это все прохилить. Перекур. Ну что там? Говна поел.